И что самое интересное, мы заметили, что больше всего она любит игрушки красного и синего цветов. Говорят, что все собаки отличают их гораздо лучше. Поэтому мы выбрали для нее мячики фирмы Гигви. Что интересно, они маленького размера, идеального для таких маленьких собачек и для щенков других пород. А найти маленькие мячики на самом деле не так просто. Чаще всего в зоомагазинах они есть для кошек. Мячики для кошек, как вы понимаете, для собак не подходят, они их очень быстро разгрызают. Еще один незаменимый плюс этих игрушек, что внутри есть пищалка. Да. Белла очень любит игрушки с пищалкой, видимо, это доставляет какое-то особое удовольствие. Ну и очень приятно, что их сразу три. Если даже один потеряется, то останутся еще два запасных. Плюс они из приятного очень материала, довольно мягкого, но в то же время хрустят. То есть зубам собаки будет приятно, и у нее будет какое-то приятное ощущение от пережевывания этих мячиков, когда она их достанет. И, насколько я понимаю, они плавают, так что если ваша собачка любит играть в воде или любит гоняться за игрушкой в воду или в речку, в море, то эти мячики будут отличным выбором. Белла.